В Уральске на сегодняшний день около 6 тысяч человек выплачивают алименты своим детям. Более 1000 из них признаны злостными неплательщиками. Размер выплаты на одного ребенка составляет 1/4 часть от заработной платы, на двух детей – 1/3 часть от ежемесячного дохода, на третьего и более детей – 50% от зарплаты. Известно, что безработных алиментщиков с февраля текущего года обязали выплачивать алименты согласно среднемесячной заработной плате. Накопленный долг будет взыскиваться автоматически при устройстве алиментщика на работу. Сотрудники алиментного отдела отмечают, что уклонившимся от закона грозит наказание. Есть меры принуждения. Мы привлекаем его административную ответственность. За этот текущий год, уже за 6 месяцев, или уже 7 месяц пошел, уже мы более 50 материалов направили по административным делам, из них где-то 41 рассмотрен. Кроме того, есть меры принуждения, которые ранее уже предусмотрены. Там, если не платит алименты, уже должен прилично накопился, мы, если имеется имущество, обращаем на имущество. Там ограничения на транспортные средства, на недвижимость. И кроме этого, вот последнее новшество, на лишение водительских прав.